Hello everyone, let's begin our lesson. Всем привет, давайте начнем наш урок. Lesson 16. Урок 16. 16. 16. Lesson 16. Reading and phonetic transcription. Чтение и фонетическая транскрипция. Rules of reading letter combinations. Правила чтения буквосочетаний. Слово combinations во множественном числе. Окончание s – показатель множественного числа. Combinations – сочетание, множественное число. Combination – сочетание, единственное число. Letter combinations. Буквосочетание. Rules of reading letter combinations. Правила чтения буквосочетаний. И сегодня мы с вами рассмотрим такие буквосочетания, как double E, E, A, A. I, E, Y, A, Y, N, G, N, K. Буква сочетания double E и буква сочетания E, A дают звук E. Давайте вспомним, как правильно произносить этот звук. Итак, друзья, запомните, что вот этот транскрипционный значок обозначает долгий звук «и». Вот эти две точки показывают, что этот звук долгий. Это аналог русского звука «и». Чтобы правильно произнести этот звук, нужно немного приоткрыть рот, как для произнесения русского звука «и». Губы растянуты, как при улыбке. Кончик языка касается нижних зубов. Итак, друзья, немного приоткройте рот, как для произнесения русского звука «и». Губы растяните, как при улыбке. Кончик языка должен касаться нижних зубов. Произнесите звук «и». 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 Listen and repeat. Слушайте и повторяйте. «See». See, sleep, sleep, feed, feed, feel, feel, green, green, meet, meet, pee, pee. Слово pee означает горох. Pee. East, East, please, please. Буква сочетания A, I, E, Y. A, Y читаются как A. Listen and repeat.
Слушайте и повторяйте. Mail. Mail. Aim. Aim. Nail. Nail. Gray. Gray. Play. Play. Слово play означает играть. Play. Play. Day. Day. Today. Today. Буква сочетания N, G и буква сочетания N, K дают звук М. Давайте разберемся, как произносить этот звук. Итак, друзья, запомните, что вот этот транскрипционный значок обозначает звук М. Подобного звука в русском языке нет. При произнесении этого звука задняя часть языка касается мягкого нёба, и воздух проходит через нос. Кончик языка находится у корней нижних зубов. Для того, чтобы добиться нужного положения органов речи, можно сделать вдох через нос широко открытым ртом. Затем произнести звук «м», выдыхая воздух через нос. Давайте попробуем произнести этот звук. Сделайте вдох через нос с широко открытым ртом. Таким образом, задняя часть языка будет касаться мягкого нёба. Затем произнесите звук «м-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 м
Давайте попробуем произнести этот звук еще раз. Поставьте видео на паузу и обязательно потренируйтесь. Итак, друзья, звук «м». Обратите внимание, что в сочетании «н», «г», буква «г» не произносится. «Song», «song», «sing», «sing», «long», «long». А вот в сочетании N, K, буква K произносится. Pink, pink. Bank, bank. Listen and repeat. Слушайте и повторяйте. Song, song. Sing, sing. Long, long. Pink, pink. Слово pink означает розовый. Pink, pink. Bank, bank.
That's it for today. На сегодня все. Homework. Домашнее задание. Learn rules of reading letter combinations. Выучите правила чтения буквосочетаний. Double E, E, A, A, I, E, Y, A, Y, N, G, N, K. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. See you later. Увидимся позже. See you later.